рецепт молодости от химии подальше к природе поближе. Масло кедровых орешков, натуральный лифтинг, сок женьшеня, омоложение кожи, маточное молочко, усиленное питание. Все это свежее, отборное в новом креме-сыворотке «Лифтинг». 100 рецептов красоты. Моя кожа оживает, выглядит упругой и подтянутой. 100 рецептов красоты. Рецепт молодости от химии подальше к природе поближе. Масло кедровых орешков, натуральный лифтинг, сок женьшеня, омоложение кожи, маточное молочко, усиленное питание. Все это свежее, отборное в новом креме-сыворотке «Лифтинг». 100 рецептов красоты. Моя кожа оживает, выглядит упругой и подтянутой. 100 рецептов красоты. Рецепт молодости от химии подальше к природе поближе. Масло кедровых орешков, натуральный лифтинг, сок женьшеня, омоложение кожи, маточное молочко, усиленное питание. Все это свежее, отборное в новом креме-сыворотке «Сыворотки лифтинг». 100 рецептов красоты. Моя кожа оживает, выглядит упругой и подтянутой. 100 рецептов красоты. Рецепт молодости от химии подальше к природе поближе. Масло кедровых орешков, натуральный лифтинг, сок женьшеня, омоложение кожи, маточное молочко, усиленное питание. Все это свежее, отборное в новом креме «Сыворотки лифтинг». 100 рецептов красоты. Моя кожа оживает, выглядит упругой и подтянутой. 100 рецептов красоты. Рецепты молодости от химии подальше к природе поближе. Масло кедровых орешков, натуральный лифтинг, сок женьшеня, омоложение кожи, маточное молочко и усиленное питание. Все это свежее, отборное в новом креме-сыворотке лифтинг. 100 рецептов красоты. Моя кожа оживает, выглядит усилой и подтянутой. От химии подальше к природе поближе. Масло кедровых орешков, натуральный лифтинг, сок женьшеня, омоложение кожи, маточное молочко, усиленное питание. Все это свежее, отборное в новом креме-сыворотке «Лифтинг». 100 рецептов красоты. Моя кожа оживает, выглядит упругой и подтянутой. 100 рецептов красоты. Рецепт молодости от химии подальше к природе поближе. Масло кедровых орешков, натуральный лифтинг, сок женьшеня, омоложение кожи, маточное молочко, усиленное питание. Все это свежее, отборное в новом креме-сыворотке «Лифтинг». 100 рецептов красоты. Моя кожа оживает, выглядит упругой и подтянутой. Молодости от химии подальше к природе поближе. Масло кедровых орешков, натуральный лифтинг, сок женьшеня, омоложение кожи, маточное молочко, усиленное питание. Все это свежее, отборное в новом креме-сыворотке «Лифтинг». 100 рецептов красоты. Моя кожа оживает, выглядит упругой и подтянутой. Молодости от химии подальше к природе поближе. Масло кедровых орешков, натуральный лифтинг, сок женьшеня, омоложение кожи, маточное молочко, усиленное питание. Все это свежее, отборное в новом креме-сыворотке «Лифтинг». 100 рецептов красоты. Моя кожа оживает, выглядит упругой и подтянутой. Рецепт молодости от химии подальше к природе поближе. Масло кедровых орешков, натуральный лифтинг, сок женьшеня, омоложение кожи, маточное молочко, усиленное питание. Все это свежее, отборное в новом креме-сыворотке «Лифтинг». 100 рецептов красоты. Моя кожа оживает, выглядит упругой и подтянутой. Рецепт молодости от химии подальше к природе поближе. Масло кедровых орешков, натуральный лифтинг, сок женьшеня, омоложение кожи, маточное молочко, усиленное питание. Все это свежее, отборное в новом креме-сыворотке «Лифтинг». 100 рецептов красоты. Моя кожа оживает, выглядит упругой и подтянутой. 100 рецептов красоты.